Пожарно-технические обследования проводятся регулярно. Если есть нарушения, то инспектор выдает предписание. Если владелец объекта наказ не выполнит, функционировать магазин, салон или тот же детский сад не сможет. Сейчас сотрудники Пожнадзора заняты массовой проверкой школ перед предстоящим учебным годом. Цель и задача отдела надзорной деятельности – осуществлять свою государственную функцию в обеспечении и профилактике в области пожарной безопасности, недопущению на стадии выявления нарушений на объектах и дальнейшего действия по случаю возникновения пожара. Это наша самая главная функция на сегодняшний момент – предупреждение пожаров.